Йоу, гайс, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. В прошлой серии мы с вами остановились в западных землях там каких-то. Так, сразу, что у меня с патронами? Так, миссии. Так, по уши. Первая труба очищена. Так, это мне куда? Прямо по дороге налево. Налево я сказал из-за того, что я хочу пойти туда посмотреть, что там. Ладно. Или по миссии пойти. Идемте как раз посмотрим. Либо я мог взять машину. И на машине. Так, локация тут куда-то идти. На мусорник. Кейспол. Так, кейспол, кейспол. А разве есть такая... Может, это берег этот? Нет, это арена. А, так это арена. Это не для меня. То, что... Я еще кое-что забыл сделать. А именно... Тайминг запустить. Для... Не, револьвер лучше. Что, все, они улетели, да? Да, все. В смысле? Теперь все. Так, хороший вот этот. Мне новая пушечка. Так, ладно. А, мне туда идти нужно все равно. По трубе, что ли, пройтись? Тихо. Один патрон. Еще на одного хватит. Угу. Так, где еще? Чё ты не стрельнул? Так. Так, по сути, я смогу допрыгнуть. Оп. Тут же должно сейчас что-то быть. Здоровяк, я не знаю. Так, ладно, перезаряжусь. О, статуэтка нашего водителя. ТХП. У кого там что-то? Так, меню Зиха, патроны, патроны. Ладно, синьку потом посмотрю. Так, граната, револьвер. Целый, хорошо. Опа. Слишком много здесь патронов, ящиков.
Так, окей. Еще пистолет. Серая. Какая труба имеется в виду? А-а-а. Так, стоять. Это мне нужно сюда. Так, стопы. Ага. Не очень. Лучше верну себе обратно мой автоматик. Так, патроны возьму на УЗИху. Тут подобрали все. На снайперку? Хорошо. Я не против. Так, еще одно оружие. Так, кислоту подобрал, подобрал. Так, следующее у нас где? В смысле? Все? А. Быстро. Так, части машины. На свалку можно, в принципе, сейчас сходить. Это у нас где? Ох, это в конце аж будем делать. Так, пистолет. Это сюда можно, потом вниз будет спуститься. Но это по пути, ладно. И еще какая-то вот эта миссия. Ладно. Части от машины. Поехали. Сначала мне нужно саму машину найти. Это мне нужно сюда, получается, пройти. Окей, побежали. Так, заводик. Нам придется, походу, на завод идти. Да, это, по-моему, фабрика. Так, там же есть проход? Да, там есть вход. Так, возьму снайперку на всякий случай. Так, мусорка. Много патронов дают теперь для базуки. Здесь, походу, сейчас эти раки. Блять. О, получил опыта, косарь. Миссия какая-то там. Все. Так, $40, $400. Классненько. Нужно, короче, по мойке лутать. А, я только сюда и зашел. Окей. Так, вижу машину. Так, сохранился. Или это... Да, это машина. И телепорт. Эй, не пора ли нам в путь? Порулили. Так, ладно, я создам, пускай будет машина. Так, ладно, поехали. Я ничего. Ой-ой-ой-ой. Он что, до меня собаки хавкают. Этим докинул. Иха. Я не знаю, либо там кто-то в них сидел, либо... Хилочка. Ой-ой-ой. Алло, это ты стрельнул? Блять.
Кто-то токсичен. Так, там качок. Да, это он кидает. Токсикой. Вперед, я сейчас ультану. Так, где токсический парень? А, я понял. Где-то токсический парень. Зараза. Ну, пушка такая херовая, если на меня так долго пробивала. Это механическая херь, оказывается, у нас. А ну-ка. Готово. Так, нам нужно рюкзаки собирать. Так, мне бы патроны для снайперки найти. $65. Тихо, деньги, деньги. Супер сундук. Дерьмо, ладно, на продажу. Ничего нету. Деньги, ящик, патроны, деньги. Так, еще ящички вижу. Так, так, так. Херь. Для пулемета мне нету. У меня фулка. Так, можно, в принципе, купить. Но зачем, если могу подобрать? Так, где-то наверху. Что, паркур? А ну-ка. Или это на этой платформе? Сука. Тихо, тихо, запрыгни. Плевать. По трубам пройтись можно. Так, ракетница. Там есть же прохода, чтобы по трубам залезть. Или нет? Я понять не могу. Да, есть, есть, есть. Здесь можно подобрать себе машину. Можно даже раскрасить ее в любые цвета. Прикольно. Так. Где моя базука? Окей. Сделаю все по старинке с дробаша. Так нужно. Хотя можно и отсюда. Или тут нет, нет, у нас с той стороны. День 481. Оно существует. Оно действительно существует. Моя программа сработала. Программа. Теперь я убеждена, что хранилище здесь, и этот символ имеет к нему какое-то отношение.
Я проверила и перепроверила все результаты. Все сходится. Похоже, были приняты чрезвычайные меры, чтобы защитить хранилище. Но каждые 200 лет все же появляется возможность открыть его. Содержимое хранилища невероятно ценно. Вероятно, ценнее, чем технология Атланта. Но на данный момент я никому не могу рассказать о результатах своих исследований. Если я ошибаюсь, мне конец. Но если я права, проклятые крючкотворы все захапают себе. Зараза. Я должна найти хранилище сама. Найти. Найти. Ну так найти. А мы сейчас будем бежать по трубам на крышу. Так, тихо, 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 тихо. Оп, все. Да. Да, прикольно. Спасибо за утраченное время. Наверх никогда не залезть туда, все-таки. Зато получил пули для снайперки. И здесь можно было запрыгнуть. Оп. Надеюсь, это оно. Ого, там я еще что-то вижу. Так, ржавая деталь. Да, мне все равно туда нужно будет как-то залезть. Только как? По шинам. Так, деньги, деньги. Тихо. Так, и деталь вот. Все. Это на выход. Дневник. А что я тогда читал? Мусорщик. Мусорщик, поехали. Так, это мне нужно выйти отсюда вниз. Машину я, по-моему, вызвал или не вызвал. Корпус для пистолета, пулемета. Сейчас посмотрим. Выбирай по вкусу. Так, телепортация. Поехали. Ох, хорошо, что я карту чекнул. Сейчас бы не туда поехал. Так, прямо. Угу, в голову дает оглушение им. Так, тихо. Вот так, вот так, вот так, оп. Ладно, зайду посмотрю, что там. Я увижу, что здесь ничего. Ну, ракетница, ладно. Потом там есть проход туда. И есть куда-то сюда. Но здесь ни хера, поэтому мы пойдем туда. А там, скорее всего, тоже ни хера не будет. Да, тут ни хера нет, поэтому я сюда ухожу. Сажусь в свою машину и укатываюсь отсюда, прочь. Так. Так. Сюда. О, вы что, за мной пошли? Придурки. С машиной попрощаться все равно нужно, ладно. Бля, ты псих. Типа он оттуда ко мне сюда бежал. Окей. Угу.
так части стопы. Я одну видел здесь. Да, вот. Раз. Ну, что ага, вон еще вижу одну на крыше. Так, зашибись. И проблем нету с убийством. Так, а теперь думать, как наверх туда забраться. Ага, там есть проход с этой стороны, окей. Че? Ну, я вижу, тут типа босс, да? Здоров. Чё такое? Бля, тупое. Пизда тупое. Сколько стоит? 60 кусков! Ебать. Вы сможете себе это позволить. Окей, револьер. Снайперская винтовка. И... так. Все. Надеюсь, не зря. Дробовик, ну да, он помогает. Выходите. Никто не выходит, значит, все здесь где-то спрятано, раскинуто. Так, пули. Да я же дроба шапнул его. Паркур. Чуть-чуть не упал. Оп. В смысле? Блять, там невидимая стена. Так, наверх, наверное, там есть что-то. Нужно мне тоже слазить. Угу. А что мне типа отсюда... А, я понял. Вот. Вот так. Так, ну и все. Показано, что где-то прямо подо мной. Или это просто в этом месте? О, вижу еще деталь. Опа. О, и в шине. Готово. Да? Да. Так, теперь нужно за записями что-то сделать. Записями это самый верх идти, как раз можно сходить наверх к этой тёлке. Но я не уверен. Стоит ли? У кого я тогда задание брал насчет записей? У той же девки, что на этом? Сидит за столом? Ладно, поехали. Так. Да, мне сюда ехать надо. По-моему, там пулемет стоит. Или мне показалось. Так, все. Мешать мне не буду. Нужно залезть за ящиком. Ага, это который в шарик превращается. Акабара. Ого. Король муравьев. Да хватит вам. Надоели уже. Ладно, пока нету. Ладно, я успею, я успею, я успею. Беги, просто беги вперед, наверх. Плевать. Забираюсь, спрею дерьмо. Что-то шоковое оружие.
Ебы! Прыгун. Оп. И все. Изи. Так, прямо сейчас, потом налево. Налево, потом направо. Налево, потом направо. Так, сюда. Потом вниз. На ту сторону. Так. Дальше налево и прямо. Вот сюда. И тут идет развилка у меня. Я могу поехать прямо. Поеду потом еще в правую сторону. Там что-то, по-моему, было только что, я смотрел. Так. Ля-ля-ля-ля-ля. Ракунин. Ракунин. Изи. И сколько дропа падало. Деньги, деньги. Попорченный поясок. Так, я убил какого-то, походу, мини-босса. Каракунин. Так, вижу мусорные баки в этом. Патрисия Танис, главный научный консультант корпорации Даль. День 224. Теперь я могу разговаривать исключительно с диктофоном Эхо. Наши с ним отношения развиваются. Периодически я сплю с ним. Иногда заставляю его оставаться за пределами своей палатки. Мне все труднее становится отличать логику от безумия. И это меня утомляет. Я переводила иридианские письмена, ругаясь с прибором. Его не было несколько часов во время моего последнего цикла сна. Я слышала, как ты улизнул. Если бы мне захотелось поважничать, я бы заключила, что судя по иридианским письменам, это было классовое общество, одинаково способное к политике и вооруженным конфликтам. Так, вы надоели, чего вас так много? Мне сейчас машина взорвется. Ладно. Так, по-моему, тут что-то есть. Какой-то проходик. Вон. Тихо. Сначала уничтожу... Да, тут какая-то стена невидимая. Сначала уничтожу их. Прикольно. Ничего сказать.
Ладно, короче, смотрю, что там есть. Ладно, я иду туда. А, нет, нельзя, рили. А, ну хотя бы 200. Короче, начну, когда дойду туда. Так, короче, доехал, только куда-то, походу, не сюда съехал много. Я хочу понять, как мне сделать так, чтобы с ними больше не драться. А ну-ка. Здесь тоже какой-то вон проход есть. А ну-ка, сходим туда. Так. О. Он и лучше даже моего, и плюс имеет эффект ожога. Мы берем его. Так, а теперь вопрос, как мне сюда выбраться. То же место? Нет. Здесь у нас живут машины. Ну что, выбирай по газам. Хотя... А, я продолжу, куда опять туда доеду, где те были ящики. Так, где-то здесь, по-моему, да? Да. Это оно. Нахера трупов, значит, это оно. Если не с ними, то. Окей. Сейчас сделаем место. Вылези. И потому что вижу, что там еще есть какая-то шмотка. Мусор, который меньше косаря. Сколько там стоят эти вещи? 3 куска. Да, меньше косаря выкидываю. Так, первый у нас влетает щит за 400. Выбросить. Так, 500. Пистолет за 400 выбросить. Тихо. Тоже что цены? Пробовик за 2 куска. Угу. 900, 800. 700, 600 выбросить. И поехали. Так, нам нужно сейчас поехать сначала сюда, к этой тёлке заглянуть. И... Можно, в принципе, будет закончить на каком-то моменте, хотя можно до нее не доезжать. Так, мне туда нужно. Так, сохранился я, и в принципе, знаете, давайте, наверное, на этом закончим, и я сразу запишу следующую серию. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, мои дорогие друзья, до новых встреч и пока.
Спасибо.